Что ж, в заключение я хотел бы, чтобы мы рассмотрели еще несколько схем. Первую вы уже видели, мы с вами уже на нее ссылались ранее. Здесь, по сути, вся доктрина о спасении представлена на одной схеме. Источник спасения — это триединый Бог, Бог благодати. И благодаря этой благодати Он решает стать нашим спасителем, заплатить за наше искупление. И вот то, что изображено с этой части этой схемы, с левой, отражает доктрину искупления. Мы с вами об этом уже говорили ранее в этом курсе. Но один тот факт, что Бог заплатил за наше искупление, вот один этот факт не означает, что каждый человек принимает это спасение, принимает этот дар, который Бог уготовал ему. Поэтому после того, как Христос умер на Голгофском кресте, был погребен и воскрес из мертвых, спасение доступно, но необходимо, чтобы мы его приняли. И вот этот процесс принятия изображен с правой части этой схемы. И Святой Дух дан для того, чтобы применить спасение. И все начинается с избрания, избрания от вечности. И вот по мере того, как мы рождаемся в этом мире и живем своей жизнью, в какой-то момент к нам обращен Божий призыв. И когда мы слышим этот призыв, Дух Святой делает нас способными ответить на этот призыв. И вот в этот момент общий призыв становится действенным призывом, потому что мы не просто проявляем интерес к тому, что слышим, но мы принимаем по вере то, что слышим. И вот в момент принятия действенного призыва происходит возрождение. Мы получаем новую природу. И вот в этот момент, когда все это происходит, также происходит обращение. Мы каемся, мы отворачиваемся от своих грехов и обращаемся с верой к Богу. И в то же самое время, когда это происходит, мы усыновляемся в Божью семью, мы объединяемся со Христом, мы объявляемся праведными. И позиционно мы становимся святыми по своему положению, полностью освященными, полностью праведными. Но мы также понимаем, что после этого момента, момента нашего принятия Христа, нам еще жить и жить. И нам еще предстоит бороться со грехом. И вот здесь мы видим продолжение временной шкалы. Мы здесь видим остаток нашей жизни здесь, на земле. И это то, что мы назвали с вами прогрессирующим освящением. И также здесь вы видите написано «сохранность святых до конца, до последнего дня нашей жизни, когда мы физически умрем». И здесь вы видите написано «смерть». И вот в этот момент происходит прославление нашей души. Происходит то, что наша нематериальная сущность переносится в присутствие Божье, в присутствие Христа, а наши тела остаются в могиле. Но наступит день в будущем, когда наши тела будут воскрешены, и они объединятся с нематериальной сущностью. И вот тогда мы все целиком будем прославлены. И вот в тот момент каждая составляющая, каждый аспект человеческой природы будет спасен полностью и совершенно. Это то, что Бог уготовал для нас, и то, что ожидает нас в будущем. Есть еще одна схема, которую я хотел бы вам показать. Мы с вами уже обсудили немало доктрин на этом курсе, в этом семестре. И одни из основных доктрин, которые мы обсудили, это доктрина о грехе и доктрина о спасении. И вот я составил эту схему для того, чтобы проиллюстрировать вам несколько моментов. Во-первых, с левой стороны я хотел показать вам, в чем же заключается проблема, возникшая в результате нашей греховности. А с правой стороны этой схемы я хотел показать вам, что совершил Бог, чтобы нас спасти. С одной стороны, есть плохая новость, новость о нашей греховности, о наших грехах. Но есть и хорошая новость, и она в том, что Бог желает нас спасти. Итак, плохая весть в том, что мы грешники,
И Писание нам ясно говорит о том, что возмездие за грех — это смерть. Мы заслужили вечное наказание. Но хорошая новость в том, что есть спасение, что Бог руководствуется не только справедливостью, но и благодатью. Благодать — это незаслуженное благоволение. Это означает, что Бог делает нечто хорошее, что мы не заслужили, и более того, никогда не могли бы заслужить. Итак, как я уже сказал, будучи грешниками, мы заслуживаем наказания. Но благодаря тому, что совершил ради нас Иисус Христос, наши грехи покрыты. Это означает, что мы не только не должны их больше платить, но не должны нести наказание за грех, так как наказание уже понесено. Конечно, мы все еще заслуживаем этого наказания, но мы уже не должны по закону нести это наказание, потому что оно уже понесено. Теперь мы уже являемся должниками Господа, потому что мы нагрешили, а наказание за грех есть смерть. Но благая весть спасения в том, что Христос заплатил это наказание за нас. Он умер за нас, принес себя в жертву. По причине наших грехов гнев Божий обращен на нас. Но благодаря тому, что совершил Христос на кресте, произошло то, что мы называем умилостивлением. И Писание показывает нам, что, будучи грешниками, мы находимся в рабстве греха. Но то, что Иисус Христос совершил на кресте, избавляет нас из этого рабства, освобождает нас. Христос выкупил нас из рабства греха и даровал нам свободу. И Писание также учит нас о том, что, будучи грешниками, мы отчуждены от Бога, более того, мы враждуем с Ним. Но, обретая спасение, мы примиряемся с Богом. Это означает, что у нас появляются взаимоотношения, которых не было ранее, и мы уже более не враждуем с Богом, мы имеем мир с Ним. И прежде чем обрести спасительные отношения с Иисусом Христом, мы с вами не были частью народа Божьего. Но Бог дает ответ, Он решает эту проблему. Даруя спасение, Он избирает конкретных определенных людей, чтобы спасти их и сделать своим народом. И Писание учит нас о том, что мы все обратились на свои пути и делали то, что сами хотели. Но Бог призвал нас к спасению, к тому, чтобы следовать за Ним и идти по Его путям. И прежде чем прийти ко Христу, мы были склонны ко греху. Грешить было просто, это было то, к чему мы были склонны. Но в результате спасения произошло возрождение. И наша воля теперь не всегда склоняет нас к греху. Это теперь не то, что для нас естественно. Теперь мы также имеем побуждение слушаться Бога. И также мы с вами говорили о том, что произошло обращение. То есть до этого мы шли в одном направлении, в направлении к греху. Наши взоры, можно сказать так, были обращены на грех, обращены к сатане. Это было до того, как мы познали Христа. Теперь же мы повернулись в другую сторону. До нашего обращения многие из нас даже не сознавали, что то, что мы совершаем, называется грехом. И мы жили довольно счастливо. Или, быть может, мы знали, что совершаем грех, но это нас не беспокоило. Однако же в момент спасения, когда мы уверовали, мы раскаялись, мы сожалеем то, что мы совершили. Когда-то мы были неверующими, теперь мы имеем спасительную веру. Когда-то мы были отделены от Христа, отделены от Его воскрешающей силы, но когда мы приняли Христа, мы соединились с Ним. Когда-то мы не были частью Божьей семьи, и, по сути, мы были сиротами. Если можно так сказать, говоря о наших взаимоотношениях с Богом. Но когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы были усыновлены и стали детьми Божьими, сыновьями, дочерьми Бога. И можно также сказать о том, что до нашего спасения, когда мы находились в зале суда, то по закону мы были виновными. Но когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог оправдывает нас, Он объявляет и провозглашает, что мы невиновны. И это очень значимое изменение. И что ж,
До того, как мы приняли Христа, мы были испорчены грехом. Мы находились под влиянием греха. Но теперь, познавши Христа, позиционно мы освящены, мы святы, и также мы идем путем прогрессирующего освящения. Следуя за Христом, мы становимся все более и более подобными Ему. Мы поднимаемся все выше и выше. Мы все более и более находимся под водительством Святого Духа и следуем за Ним, и ищем благочестия и стремимся к Нему, вместо того, чтобы оставаться в рабстве греха и исполнять Его похоти. Что ж, прежде чем обратиться ко Христу, мы были грешниками, и мы жили во грехе, и у нас не было желания прекратить такую жизнь. Но обретя спасение, происходит нечто противоположное. Появляется желание следовать за Христом, продолжать расти в Нем, возрастать в благочестии. И есть уверенность, есть гарантии, что мы дойдем до конца. И, наконец, плохая весть в том, что наши тела греховны, и это проявляется в том, что они смертны, мы умираем. И ни для кого не секрет, что каждый человек однажды умрет. И если при этом он отчужден от Бога, то его не ждет ничто хорошее. Но благая весть в том, что, обретя спасение в Боге, мы можем быть уверены, что мы будем прославлены, и что наступит такой день, когда как наша нематериальная сущность, так и наша материальная сущность будут полностью отделены от греха и от влияния греха. Мы уже больше не будем искушаемы ко греху и не будем грешить. Уже никогда грех не будет нами управлять. Вот вы видите, студенты, что каждая проблема, которая связана с нашей греховностью, решается, потому что Бог знает о нашей проблеме. И Бог заранее запланировал решить все наши проблемы, все до одной. И это решение, этот Божий ответ доступен каждому человеку, который возложит свое упование, который поверит в Иисуса Христа и последует за Ним, как со Своим Господом и Спасителем. Что ж, на этом заканчивается наш курс. Мы обсудили очень много разных тем. Я бы призвал вас продолжать изучать эти темы самостоятельно. Я заверяю вас, вы не перестанете удивляться, насколько невероятна эта благая весть, весть спасения. И никогда не забывайте, что все это происходит по благодати. Другими словами, никто из нас не заслужил всего этого, всего того, что Бог уготовал для нас, и никогда не сможет заслужить. Повторяюсь, никто из нас. Это лишь целиком потому, что Бог милостив и щедр. Поэтому, осознавая все это, мы должны преисполниться благодарности, благодарности Богу за все то, что Он совершил, что Он избавил нас, разрешил все эти проблемы, которые мы перечислили с левой стороны этой схемы, что Он даровал нам прощение грехов, даровал нам уверенность в вечной жизни. И мы не только должны быть благодарны, мы должны ревностно нести эту благую весть другим людям, делиться ей с теми, кто еще не знает Христа, чтобы они осознали, что они имеют во Христе, что Христос хочет дать каждому, кого вы только знаете. Но этого не произойдет, если они не услышат благой вести. И они также должны знать, насколько же плохая весть. Поэтому мы с вами призваны, как пишет Павел, быть посланниками Христа. Поэтому давайте проявим усердие в исполнении своего предназначения, как посланники Христовы. И давайте делиться этой невероятной благой вестью с другими людьми и молиться о том, чтобы Бог использовал наше свидетельство, чтобы собрать великий урожай человеческих душ. Да осуществит это Господь. Спасибо. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.